Я тебе серьезно говорю. Вперед тут бежать не надо. Надо каждый этаж проверить. Вы заметили? Кроме того, Элис Пак может лежать на любом этаже. Ой, как ты боишься всех? Я больше зомби боюсь, чем людей, честно. О-хо-хо-хо! Тебя не подстреливал милый американец с приятным голосом. I won't hurt you! Не дрить, мадрить. И прямо ты сама виновата же. Знаешь, ты же не знала, что ты не говоришь не в микрофон, понимаешь? А я, кстати, нет, я проверила, я говорила в микрофон. Просто ну, он значит, меня услышал и решил убить, да. Вот такой вот плохой человек. Он проверил, видимо, что женщина, русская женщина, еще и с топором, надо валить. Надо убить. Ну да, валить в смысле убить. Стой, ты какую вообще сторону проверяла, чтобы я не шла там, где уже ты была? Ты как раз в правильную сторону идешь. Ну, ты проверяешь эту сторону, а я наверх. Что это лежит? Никогда не поймешь, что это лежит. Что это такое? Ты все комнаты, да, посмотрела? Да, там пусто. Ты выходила наружу, смотрела балкончики? Да. Сейчас как раз вышла. Это лежат патроны для револьвера, по-моему, если я не ошибаюсь. Ты направо ушла или налево? Я чуть-чуть на балкончике застряла. Смотрю, что здесь есть. Вау! Что? Тихо, человек ползет на улице. Ч-ч-ч-ч-ч. Не пались, пожалуйста. Человек на улице ползет мимо. Он бросил фаер. Он ползет мимо. Ты на другом балкончике, что ли? Я на этаж повыше. Он заползает к нам. Он сюда ползет. Где? Нам придется его убить. Вот, быстрей сюда иди. Быстро, 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 быстро. Вон он, смотри. На лестницу, в смысле? Сюда, ко мне, иди сюда, ко мне, развернись. Ну что ж ты такой мега-слоу-пак? Ну все. Ну все, ты его пропустил, забудь. Он здесь прям полз. Он, наверное, пополз дальше. Вон он ползет, вон он ползет. Ну-ка, а мы можем узнать его ник? Ну-ка. Ты такие, Вань, ты посмотри на меня. Ну а вдруг мы его заломаем? И все. Слушай, этот говнюк в нашу сторону шел, нет? Где он ползет? Да вон он там, он как раз таки к тому. Он заполз в тот дом, в котором мы были. Значит, этот говнюк сейчас пойдет сюда. Я предлагаю его убить. Топором и монтировкой. Слушай, я предлагаю свалить отсюда, потому что он может нас банально из окон застрелить. Да, я внутрь зайду. А как мы будем следить, зайдет он или нет? А вот я ж тебе говорила, что дерьмо случается в этой игре. Ты, кстати, облутала? Тут ничего нет. На этом. Угу. На балкончике. И что, в гире тоже вообще ничего нет? А на крышу на самую поднималась по лестнице? Да я уже не знаю, где эта лестница. Тут все так запутано. Стой. Че? Я на самую крышу лезу. Хорошо, я пока, знаешь, что, позырю, где этот засранец. И тут ничего нет. Хорошо. Так, я смотрю. Блин, слушай, ну это попка, потому что Элис Пак респается, собственно говоря, в школе. А в школе его нет. Та-та-та-та-та. Да. Меня больше волнует этот парень теперь. Уже. Ага, ты же говорила, что зомби страшнее людей. Ну, зомби-то пострашнее людей. А, кстати, а на нём был Элис Пак, скажи мне. Да я еще видела, что ли, я в этом не разбираюсь. Надо на сумки сразу смотреть, на сумки и на оружие, чтобы понять, ну, перед тобой или кто. Ну, не знаю. Так, что, мы спускаемся и выходим из этого здания? Да, быстро, быстро, быстро. Через главный вход, давай, я на улице стою, я палюсь. На улице я вижу дом. Стоишь? Я не понимаю, где ты стоишь, на улице, потому что... Ну, вниз, на первый этаж, вон я тебя вижу в окно. Угу. Господи, какие-то лаги. Вот моя с записью, конечно. Компьютер надо мощнее брать. Где-то на улице я тебя не вижу. А. Ну вот опять ты бежишь. Ты куда-то торопишься? Я тороплюсь, потому что надо проверить дом. Здесь очень часто сбегаешь. Ну, ты сагрила зомби, молодец. Да, где он? Да сейчас меня убьет этот зомби, если ты сейчас срочно его не завалишь. Да завалила я его. Все, отойди с прохода, отойди с прохода! Так, подожди, он сюда забежал, нет? Кто? Ну, этот парень, нет? Какой парень? Который полз. Нет. Ну, хорошо. Ты смотри. Что это? Пустая баночка? Нет. Зачем я это взяла? Я хочу это выкинуть. Так, хэдпэк тогда я тоже выкину, нафиг он мне нужен.
Так, я взяла кока-колу. Тихо, главное следить за этим. О, что это такое? И что это так? Палатка. Берем ее? Палатка! Реарм. Open. Вот, или вот, что это? Что это? Иди, уйди! Что это я взяла только что? Ты мне что сказала? Что взяла я? Campaigning tent. Что это? Тент. Campaigning tent. Что это? О! А, это палатка? Угу. Ты взяла палатку. Я же тебе сказала, что ты взяла палатку. Ну, в смысле, что палатка лежит. Угу. Подожди, так. Ты только что взяла рюкзак? Да. Я думала, я это палатка. Я на него смотрела, я хотела взять. Думаю, блин, у меня будет рюкзак. Так, нам теперь нужно на больничку. Пойдем. Да, на больничку нам в первом кровь, время. Кровь. Нам нужна кровь. И обезболивающее. We need your brains. Тихо. Вот пинки, вот пинки, вот ты брейн, брейн. Тихо, ты главное следи за крышей. Пока идешь тоже. Я тоже слежу, ну и ты следи. Вдруг я не слежу. Я слежу вообще за всем. Стараюсь. Так. О, кстати, вон еще один дом, в который можно войти. Входябельный, да? Входябельный домик, да. А что тебе не нравится? Мне бы что-то посерьезнее, чем эта гребаная монтировка. Я, конечно, понимаю, что Гордон Фриман ей орудовал так, что там мозги инопланетян разлетались. Но я не Гордон Фриман. Давай стекла разобьем. Ха-ха! Ладно, не будем. Плохая идея. А где лестница вообще? Вот же она, вот она, маленькая лестница. Нам надо наверх? Да. Но ползем, смотри. Я заползаю, проверяю, и только потом ты. Вау. Потому что это любимая позиция снопов. Угу. И то есть, ну ты поняла, я залезу, да? Меня, если что, убьют, то ты хотя бы выживешь и убежишь, потому что опять вместе помирать — это не вариант. Если кто-то умирает, уже безвыходно. Заползай уже, заползай, ты куда пошла? Я в больничку пошла. Наверх иди, тут все, что надо, все есть тут. Ну, посмотрим. Все, иди сюда, тут чисто. Заползай на самый верх, тут все в коробке есть. Да и там была коробка. Да? Ага. Там их очень много, причем было коробок. И там что, никого не было? Нет. Ты вообще видела, сколько здесь народ на сервере? Когда заходила? Да. Ну так я-то раньше зашла. Ну и что? Так, ну и что у нас здесь? Нихера, чё ты меня сюда позвала, я не понимаю. О, женщина. Так, подожди, стой, стреляли. Да? Да, ложись. Ты не видела? Я видела. Откуда? Да господи, надо не ложиться, а бежать отсюда. Так откуда стреляли-то? Да какая не разница, не знаю, хочу отсюда уйти. Давай, спускайся, как слезть по лестнице? Вот, вот появился значок. Давай, лезь, лезь, ну! Боже мой, быстрее, 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 валим отсюда. Твою мать. А пули свистят, пули! А, блин, мне прям над головой пролетело, твою налево. Шли бы они в жопу. Откуда? Откуда палили? Сейчас нас как бы на улице не сняли, понимаешь? Вон, вон, бегут в сторону того, откуда-то, видимо. Во-во-во, смотри, кто-то привлек. С того дома, видимо, нас палили. Козлы. Спускаемся, да? Из какого? Да? Слезай давай быстрее, пожалуйста. Да блин, у меня не появляется значка. Боже мой, и да меня прямо! Стреляют. Прямо стреляют. Твою мать. Ты слезла уже? Нет. Быстрее. Блин. В нас стреляют со школы. Я очень счастлива, что в нас стреляют. Ну, слезай. Вылази скорее. Пиздюк какой-то, блин. Я, конечно, предложила зайти туда. Я зайду сейчас внутрь. Сейчас меня просто убьют, понимаешь? А, нет. Нет, не убьют. Я успею, я успею, я Никто успею. Никто тебя не убьет. Так, заберу. Я понять не могу. Что такое эпипен? Подожди, что такое эпипен? Это лучше, более утоляющее, чем есть. Все. Ублюдок, блин.
И я тебе предлагаю делать все гораздо быстрее, чтобы больше не наткнуться на этого чувака, а то вдруг он слезет и прибежит сюда. Может, слезет, прилежит сюда, получит по щам, потому что топор в ближнем бою — это не снайперка на крыше. Что я делаю, господи? Как я ненавижу это управление. Так, где пакеты с кровью? Так, подожди секунду, мне нужна пауза. Хорошо. Давай. Так, мы продолжаем. Запись. Да. У нас тут экстренная была остановка. Блин, господи. У-у-у! Тихо. Тихо, он нас не видит. А, кстати, тихо. С легавого же можно же что-то взять по-любому, да, хорошее? Может, мне его в спину долбануть? Ну, постарайся, давай, удачи тебе. Если меня снайп не снимет. Ага, у него другие проблемы, я думаю. Иди возьми, что у него есть. Как же, как... Ой, ты еще одного сагрила. Да ёшкин ты свет. Быстрее, быстрее, бей его. Хорошо, молодец. Все в порядке пока. Так, ну, я кровь там... Не, не теряю кровь. Так, нам надо отсюда выбираться. Дорожный огонь, блин, господи, а. Вот гад. Че, куда нам идти? Покойся с миром, покойся с миром. Я надеюсь, да, того снайпера просто... Да я говорю, у него, это, наверное, он был, was killed, неудачник. Понимаешь, он решил убить Александр. Нас, но не подумал о том, что здесь очень много зомби. Нет, а просто он мог бы нас давно убить, просто он какой-то реально косой снайпер был. Да. Так, Рен, у меня осталось 5 минут до конца записи. Вот, я поэтому... предлагаю найти безопасное место, то есть какой-нибудь, да, домик. Да, да. Какой-нибудь, вот, например, если вот этот домик входябельный. Входябельный? Входябельный домик. Входябельный, то... Блин, какой-то экшен сегодня впирает всю серию у нас, честно. У нас, по-моему, с прошлой записи экшен прет. Да... Ну, по сути, у нас нет оружия. На чем мы заканчиваем, да, эту серию? У нас нет оружия, мы выжили. Тот идиот сам себе подписал смертный приговор. Блин, там зомби идут, и этот домик не входябельный. Да. Надо найти входябельный домик, и там, собственно, спрятаться и закончить. Блин, понимаешь, просто у меня совсем мало времени осталось. Мы можем здесь лечь и выйти, и зомби не будет рядом с нами. Тебе придется вон того зомби убить впереди. Который вот беленький-то? Там. У Беллом? Да-да-да. Зомби у Беллом. У Беллом. Он как жених, понимаешь? Убей его. Я думаю, женихи вон как раз как тот дальний, который спиной идет. Та-та-та. Они нас не видят. Давай. Так. Воу! Ты это видишь? Да, я вижу. Давай, я думаю, сейчас закончим серию. Мы сразу выйдем, и нас никто не убьет. Только ляжем, давай, ладно? Ложись. Я думаю... Ложись, ложись. Нет? Да, да. Все, ребята, всем спасибо за внимание. С вами была Элисон Роуз. И Рен Геймер. Надеюсь, вам нравится наша экшоновая серия. Увидимся в следующих сериях. Всем пока. Пока.